Рубрика «Плакаты Единой России как отдельный вид параноидального бреда». Тут дело даже не в циферках, что именно 66 и код 6 и 23, неважно. Важно другое. Если это именно партия «Единая Россия» деньги эти выделяет, то вопрос, откуда у партии такие деньги, как не государственное образование. А если это деньги налогоплательщиков, что о чем этот плакат умалчивает, то какого хера «Единая Россия» об этом пишет, присваивая себе эти заслуги? Вопрос. Но они просто, мне кажется, считают нас за полных дебилов и идиотов. Одна хорошая вещь. Вон там. Что-то еще помнит город Владикавказ. Добра.